Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Титан. И Хомер. Мы продолжаем играть на серверах Лазуритного Гнома, это PvP Hightech. Снимает Хомер, он выздоровел. И сейчас давайте, ну что, будем показывать, что мы сделали. Немножко за кадром, опять же, небольшой дизайн я сделал. И какие будут на эту неделю у нас задумки, постройки печек, постройки еще различных этих самых, хотел сказать, инструментов. Дай мне сказать слово. Давай я доскажу слово, потом ты скажешь. Окей. Различных механизмов, вот. Что ты хотел? Я хочу сказать, что видишь, я же без джетпака, я летаю. Да, поскольку, то есть, я Хаммера купил випку Эмеральд, она позволяет делать все, в том числе летать. Ну, посмотрите вот на сайте, если интересно. То есть она все позволяет, ну как-то все там. То есть почитайте на сайте LZCraft, в общем, я перечислять не буду. То есть он может просто летать, он может раз в день алмазные инструменты получать, он может алмазную броню, он может зачаровывать без опыта на троечку, там что-то на четверочку, все инструменты, броню. Там, ну, различные там, шелковые косы, ну, в общем, можете, как бы сказать, посмотреть, на что он может зачаровывать. В общем, это очень полезно, то есть он не зачаровывает, и поэтому вот. Он может вызывать зверюшек, вот куриц, слушай, я не знаю, может, надо попробовать как-то куриц, но там пока не написано, что куриц можно. Ну там же можно различные там написано. Где? Там написано только корова, свинья и овечка. Курицы не написано. Вот. Я думаю, сегодня будет посвящена серия ходить с тобой по всяким лавкам. Ты же помнишь, говорил? Ну давай сходим, но там давай сходим, ты, хорошо. Ты просто посмотришь, как. Хорошо, я о чем не смотрю? Я все видел, что я не люблю вообще PvP. Нет, поэтому ты не будешь, просто посмотри. Ты же снял две серии, люди уже посмотрели. Что такое варп? Ну, с тобой. Ну, со мной сейчас ходим, хорошо. Я все выложу, потому что у меня все исчезнет. А почему? Почему исчезнет или почему выложу? Мне хватило того, что у меня все исчезло просто так. Потому что я тебя убью, да? У меня просто так все исчезло. Вы представляете, уважаемые подписчики, зрители канала, я просто захожу сюда, и, во-первых, я сразу умер, и у меня все исчезло. У меня исчезло все, что я купил, все, что подарили ребята. Все исчезло. Давай. Все, что было в инвентаре. И бур там я купил, все исчезло. Я не показывал, там никого не было. И поэтому там ничего не весело хорошо, не было. Хорошо. Сейчас сходим. Да, я покажу еще что. Так. Здесь вот я сделал так, блин, я же снял этот джетпак. Ладно. Я буду показывать. Сделал комнатку, то есть вы сюда можете приходить, и вы сюда попадаете в комнатку. Ну, тут просто дизайн сделал, такая комнатка, сесть, посмотреть телевизор, как бы, да, тут вот. И здесь вот спуск вниз, в первый подвал, так скажем. И там я, по крайней мере, буду копать везде, ну, расчищать территорию. И там ровно под домиком у нас будет, вот, может, на этой неделе сделаем второй этаж под домиком, ну, подвальный такой, небольшой, который подвал там будет, а? Вот. Да, и там будут, Хомяк показывает, там будут механизмы у нас, вот эти доменные печки и так далее, чтобы сделать сталь, спасибо там, ребята тоже подсказали, да. И, ну, давай иди сюда. Сейчас. Побыстрее. Сейчас. Ты что не вышел-то оттуда? Что? Куда? А ты оттуда-то почему не вышел? Ну ладно. Оттуда-то, если ты не вышел оттуда, туда никто не зайдет. Даже я не смогу. Ты вышел оттуда или зашел ты оттуда? Ты выходил оттуда? Я там не открываю. Значит, ты не выходил, значит, отсюда выходи. Ты всегда запомни, когда заходишь в поршни, ты должен закрыть. И ты должен обратно вернуться, чтобы кто-то мог зайти, иначе система не работает.
Покажи, вот, сейчас скажу. Подожди, подожди. Ну вот этот сундук разное где. Вот здесь видите колечки 7 штук. То есть 4 колечка подарил Good Day, спасибо ему. Большой это довольно-таки дорогой подарок. Кто не знает, как делать, кстати, кольца, посмотрите предыдущие серии, вы поймете, что это просто довольно-таки долго и, ну, сложно. Ну все, все, я И понял. 3 колечка сделал все-таки вот этот вот роллинг машин. Вот, почему он не работал, тоже ребята подсказали, но я как бы быстрее могу. Нет, вы молодцы, подсказывайте, пишите в комментариях. Просто я более оперативно, у меня есть возможность спрашивать у админов. Саша Танкер особенно мне всегда помогает. Спасибо, Саша, если ты смотришь. Нужен был мощнее просто двигатель. Я выбрал вот из Railcraft двигатель Steam Engine, как-то Hobby Steam Engine. Туда Хоббит. водичка заливается, уголек положить надо и смотреть, чтобы температура там больше не вставала. Я не знаю, взрывается он или нет, можете мне подсказать, но я смотрю за температурой, просто тут тогда колечки мне сделались в ролик машинс, и потом его выключил на всякий случай. Не знаю, может, он и не взрывается, но я на всякий случай вот. Да, и сразу хочу сказать, не знаю, дело ваше, ну, я все, что у меня в инвентаре будет, да, ну, ценного или вообще все, я буду складывать в сундук перед выходом из игры. Потому что мне уже хватило. Сегодня я зашел утром, у меня все исчезло. Но В это не общем, всегда бывает. но знаешь, мне хватило один раз, поэтому спасибо, опять же, Саш А Танк. меня каждый день бьет. Меня каждый день бьет. Ну, тебя бьет, меня убило, и мало того, что убило, я появился вот, и у меня вот здесь вот убило, уважаемый Тебя вот тут подписчик, убило. вот здесь вот меня убило, я Вот появился, тут. не спорь со мной, я говорю, меня вот здесь вот убило, я появился вот здесь, у меня спаун. И я смотрю, а где вещи-то? То есть меня убило, и вещей нету, то есть я сразу появился, ну, вот. И ребята просто, ну, мне повезло, так скажем, у нас один из админов, кто на сервере, это Саш Танкер. Саш Танкер давно знаю по редколу и так далее. Мы, в общем, у нас вообще он в команде 8 бит, пусть и у него канала, как бы он свой. Ну, то есть у него есть свой канал, но он его еще, ну, как сказать, Не развивает. пока что не рекламирует еще, но когда-нибудь, может, это будет, не знаю. Саша все время на это ругается, что я говорю, что у него есть канал. Вот. И поскольку у нас хорошие отношения, поэтому он мне вот буквально несколько минут назад восстановил бур, который я купил за 50 или за 60 рублей настоящих. Вот, и лэппак, который мне, ну, нам кто-то подарил, извините, ребят, я уже не помню, может быть, Иришка, модератор, но все равно жалко, вот эти две вещи, я их потерял. Поэтому, чтобы вам тоже в такую ситуацию не попадать, не знаю, просто советую вам перед выходом ложить все в сундучок. Одевать броню Хотя бы хорошо. ложить все ценное. То есть, ладно, у меня там пропали факелы и так далее, это ничего такое, но бур, который, извините, я купил, он пропал, то есть, ну, неприятное. Если бы как бы, то есть я бы мне бы админам пришлось долго доказывать, что я не верблюд, то есть я не думаю, что мне как-то бы это восстановили, но я говорю, мне повезло с этой точки зрения, что Саша именно танкер у нас, ну, то есть как очень хороший друг, поэтому и вы не думайте, что я у него что-то прошу, он мне все что-то дает, никогда такого не было. Я не буду. Единственное, что он с Мишей админом помогали мне придумать систему поршней, вот основная дверь, которая там система поршней. А систему поршней. Ну давайте, мы же не показывали, да, по-моему, я уже все запутался. Давай покажем. Давай. Я бы тебя Ну ты понятно, быстро меня. Вот вот. эта система поршней, это Саша Танкер с Чучумбриком Мишей придумали мне. Они же сделали, то есть поршни я сам скрафтил. А вот это вот стеклышко они, конечно, сделали, вот которое светится в темноте, такое стеклышко. Ну, вот. И вот такая система поршня, то есть вот сюда вот нажимаете, и ничего И не ничего. происходит. А это потому что с той стороны надо нажать. Обойдем То есть уже. кто-то вышел и телепортировался домой, я знаю кто. Кто я? Ну ты. Да.
Ну ты тогда выйди с той стороны, нажми, чтобы показать. А как я выйду? Через вон дырдочку наверху. Дырдочку? Окей, сейчас кирку возьму. Ждем. А где у меня кирка? Ладно, классно. Так, и пока Хаммер там что-то вышкается, я... Что еще вам сказать? В общем, такие изменения, изменения поршней, да, и почему поршни? Потому что через двери Эндерпел, Эндер, глаза, то есть глаза Эндера кидали, ребята, соответственно, попадали ко мне опять и начали чинить безобразие. Поэтому пришлось систему... Нажми там, пожалуйста. Все. И так, подожди. Я на... Ты... Я тебе говорю, не нажим... Ты специально, что ли, это самое? Ну, давай, закрывай. Вот, уважаемые подписчики, вот система закрылась, да? То есть, такая система, что нельзя один, вот если я открыл вот так, да? То есть, ты покажи, а? Я же показываю. Ну что? Вот так вот нажимаешь открыл, то есть зашел, отойди назад, я тебя прошу. Вот так вот закрыл, и если я сейчас телепортируюсь домой, то я не смогу открыть. То есть, ты показываешь, нет? Ну вот. То я не смогу открыть. Чтобы открыть, нужно обязательно, если вы вышли, обязательно снова потом зайти и снова закрыть. И вот, ну, такая система, иначе она не работает. Иначе нужно, видимо, очень сложную еще систему делать. Поэтому вот, и давай заходи. Побыстрее. Я и думаю. Вот давай покажем систему поршней в подвале. Ту же я сам сделал. Вот система поршней здесь также. Ты показываешь? Да. Где ты? Я сверху. Тебя не вижу. Ты поближе покажи, чтобы можно интересно ребятам. Вот. Вот здесь также нажимаете, оно открывается сюда вот обязательно. Да меня зашурило. Эй! Ну, и тут закрыть. Тут закрыть обязательно, да. И чтобы тот человек снова зашел, тут обязательно нужно один опять снова изнутри открыл. И обязательно закрыл. Но что ты делаешь-то? Обязательно закрыл. Ну, не, ты хочешь сломать, что ли? Ну, я тебя прошу, здесь не балуйся с системой вот этой вот. Вот такая система, это опять же из-за ребят, которые через двери проникали. Вот. Да. Система еще... Еще как-то начали проникать, но я, в общем, система проникновения, то есть борьба с этим ведется. И, в общем-то, так, ну с чем мы говорим? Уже все, мы на этой серии мы ничего не сделали и проговорили. Но... Ничего не сделали, ты понимаешь, в этой серии? Да. Ну так, все из-за чего? И какой-то к нам Дед Мороз прошел. Через стекло. Он летает. И что будем делать? Я не знаю, что ты хотел показать. Ну давай покажем, что ты хотел. Давай, Как писать? Варп. Дальше. Пробел. Старт. Так. Ой. Побыстрее. 4. Не без пробела, без. А у тебя надо 10 секунд затем. У меня надо 10 секунд. Да, я забыл сказать. Эмеральд, самый дорогой VIP, стоит 700 рублей, коровно заработанных мною. Почему я потратил Хаммеру, Дамиру? Хаммерку. Потому что, да, я скажу ребятам, чтобы они знали и поняли. Потому что Хаммер учится на пятерке. Он мне принес, все показал. Одни пятерки везде у него. Поэтому, ребята, учитесь хорошо, и у вас будет випка Эмиральд. Но если у вас могут себе позволить это родители, и если родители вообще захотят вам, конечно, это потратить на это. Но, по крайней мере, Хаммер заслужил эту випку. Я считаю, нужно...
И плюс это как-то часть на Новый год подарок. Поэтому вот я ему Такое? купил випку, даже танк, я сказал, ё-моё. Может, ты сюда выйдешь? Куда я выйду? Что ты? Сюда. Где ты? Что? Вот смотри. У меня убьют, и что? У меня ничего нету. Но я не могу тебя ударить. А, ты хочешь... То есть, я понял, ты Нет, я позвал не меня могу. показать, чтобы меня убить. Да, я тебя могу убить. Меня кто... Ну, убейте меня, вот, убейте кто-нибудь. У меня все равно ничего нет. Да, давай я просто покажу, чтобы кто-то вышел. Чего? Ну, чтобы показать, как это выглядит. Ну как, что, никто не видел, как убивают человечков? Ты лучше покажи статистику, вот. Покажи, почему ты тут все время летаешь, всех убиваешь. Ребята, если кого-то Хамер убил, не... Оставим. Ну как, не обижайтесь на него. Мы сейчас покажем, почему это он делает. Покажи. Как там пишется? Ну, клан. Ну, напиши лист вначале. Побыстрее, у нас уже время закончилось. Это вот все кланы, ну почти все. А вот видите, клан у нас наш 8-бит на первом месте. Это вот из-за того, что Хаммер всех убивает. Ну то есть мы чисто вот, чтобы на первом месте быть, он любит у меня все на первом месте, поэтому извините, если кого он убьет. Вы знаете, мы даже вещи, в принципе, вам можем возвращать. Приходите к нам в гости. Ну, что вам нужно, ну как сказать, в пределах, вы понимаете, какого-то разумного там, знаете как, ну я не знаю, это, конечно, то есть, в Почему никто принципе, не выходит? если Хаммера попросите, он может, то есть, если вы наш, вот так скажу, если вы наш подписчик, то есть, вы, если это смотрите, вы это поняли, да, то есть, вот сейчас я прям говорю Хаммеру, если вы напишите, когда вот он вас убьет, что... как бы я ваш подписчик, как бы верните, пожалуйста, вещи. Он вам вернет, да, Хабиб? Да, некоторые просто пишут, что я. Да, но не Он уби... и подписчик был. Не, нет, вот, ребята, если вы подписчики, вы пишите ему, вот он сейчас напишите, что я ваш подписчик, верни, пожалуйста, вещи. Он вам вернет, все, как бы. Вот смотрите. Это заметано, сейчас Хаммер сказал, ну, то есть я ему приказал, поэтому он это самое. Если кто не подписчик, то есть, естественно, это видео не слышал, не знает. Нет, если подписчик, но он это видео не смотрел сейчас, то, ну, как бы, извините, я не знаю, вот как вот посмотрит видео. То есть, кто посмотрел видео, тот как бы и в курсе будет. Я, может быть, в следующем видео в каких-то тоже это буду говорить, не знаю. Но, в общем, вот это видео, значит, и кто посмотрел, тому повезло. И Хаммер вам вернет вещи, не проблема. Поэтому ему особо вещи не нужны. У нас именно для рейтинга клана, для рейтинга самого Хаммера, он любит это, чтобы везде он был первый. Поэтому только из-за этого мы убиваем, а не почему-то... Ну, мы, как я, вообще никого никогда не убиваю. А Хаммер просто вот, ну, у него как бы броня сейчас и все, потому что випка, и он может зачаровывать. И покажи еще, давай покажем, вот, там именно есть не по кланам, а по человечкам тоже. На каком месте? В общем, он на 15-м месте. Нет, я На сейчас не на ну, 15-м. давайте посмотрим сейчас. Извините, я перешел просто на другую. Самое время уже у нас вышло. Ну давай, покажи быстро. Сейчас посмотрим. Так. Все эти команды и. А, ну эти команды нужно искать на сайтах по клану. Ну, потому что лидер бо арт. Вот, видите, немножко заглючило. Всего человек, ну, людей как бы вообще зарегистрировано, что ли, как-то 3424 на первом месте Сабквакрота. Вот это вот 11 уровень КДР, а Хаммер, наверное, на 15 там. Сейчас. Пишем море, море, море. Я на На 14-м. 14, видите, и вот он постепенно поднимается, ну, как бы, вот у него Пытаюсь. такая задача, поэтому... Поэтому еще раз, не обижайтесь, что он вас убил, он вам вещи вернет, если вы подписчик, если вы это смотрите видео, или может какое-то следующее, там, не знаю. Так. Если не подписчик, то извините, это PvP сервер. На 4.
Ну, собственно, все. Что-то мы в этой серии ничего не сделали, что-то поговорили, показали. Ну, в общем, видимо, какая-то информационная серия. Ну, просто Хаммер говорит, давайте покажем это. Ну, вот показали тут это. Все, в следующей серии будем что делать уже эти самые механизмы. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Да, ну, скорее всего, вы уже это увидели подкаст. Там я говорил насчет новой политики Ютуба по авторским правам. Не только я, Демастер, Костя, Пророк, Саша и Андрей, Гном в Кубе. Мы рассуждали на эту тему. Скорее всего, подкаст вы уже это посмотрели. Если не посмотрели, посмотрите. Там интересно, мы рассуждали про игры вообще. В общем, современный подкаст называется второй. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.